Так, я вообще сейчас еще могу проиграть, будь здоров. Что, давайте драже заюзаем. Давайте, если нам... кошелек. Я жив, да. Дед просто стоит 10 меня. А что, еще можно с тобой поговорить о чем-нибудь? Воскрешение. Кого-то там убивают. Ощущение, что здесь что-то есть. Причем там был впереди фонарик, чтобы резаться. От трэш-моба. От трэш-моба. Выиграть босса, умереть от трэш-моба. Сука. Ладно, я хотя бы сейчас шар богатства. Шар трофеев заюзаю. Босса-то больше нет. Эй, говнари, идите сюда. Всех вас ненавижу, всех вас порешаю. Да ёпрасоте. Так, надо как-то чуть более активно, сказал я и... Что происходит? Что происходит? Что ты делаешь? Что ты, мать твою, делаешь? Умри, пожалуйста. Я пошел играть на клавиатуре и мыши. Все. Камера меня... Ладно, нет. Пойду играть на клавиатуре и мыши. Ладно, я передумал. Я не буду пробивать этот набор гопников. Просто не буду и все тут.
ты на геймпаде? Да, я, у меня очень большие проблемы с геймпадом, я с ним не дружу от слова совсем. Чё ты думаешь, с камерой такая жопа? Посмотри, как она двигается. Как у аутиста. Что я делаю? Так, дрожжей у меня нет. У меня такая недружба с камерой, что просто пипец. Так, шар богатства поюзировать. Бабка поехала. Как тебе игра? Отличная. Больно в попе, но приятно. Классик. Вака-сама. Агрессинобио, ненно таме жа, онуши мо вака-сама о скуи ни итте окуре. Так. Уж этот страх. Один скилл. Просто куплю заранее эмблемы духа по максимуму. Сколько у меня хранилище? 213. Что? Значит, тебе через текстуры бить можно, а мне нельзя. Что? У тебя где бар стамины? Это очень странный молодой человек. Я не понял, что это было. Так, ну тут надо снова отдыхать, конечно. Я не понял, мне как показалось или на его или на блокирование его атак? Щелкающего семечка вам его не одолеть. Щелкающее семечко. Семена хохладки плотные. Если их раздавить, издают громкий щелчок. Синукс поддержал аж на 150 и глаголит привет. Просто здорово. Рад тебя видеть. Спасибо. Спасибо, Ксенукс. Спасибо. Спасибо. Я тоже рад тебя видеть. Я, правда, тебя не вижу. Я вижу щелкающее семечко перед глазами. Но я все равно рад. Спасибо.
Если вы видите морок, значит, кто-то его навел. Чтобы одолеть призраков и вернуться в реальный мир, нужно победить создателя морока. В этом могут быть весьма полезны щелкающие семечки. Ну, давайте возьмем вот этот шар. Это не вот этот шар, вот этот шар. И поменяем его на щелкающие семечки. С собой в хранилище 0. Спасибо. Танэнарашига накереба. Мориякуно цутоме то исан де Хирата ва. Роду Хирата пришел конец. Ну, как тебе сказать? Морок, щелкающая семечка. Сдвинуть татами в сторону. Где морок-то? Давайте переключимся на щелкающая семечка и посмотрим, что там. А что, татами его сдерживает? Это сейчас что, босс будет? До этого что, был не босс? Закрыто. А чё, как открыть? Щелкающий семечком открыть? Вряд ли. И чё я пришел? Это типа предел этой локации? Пока закрыто. Это, наверное... предел этой локации? Чего уж тут? Хотя, может быть... Не прижимайся. Хочется как-нибудь снаружи оказаться. Но как? А, вот же. Нет, подожди, стоп. Меня глючит или... Ага, это дверь, которая... Ну, типа, я, типа, как в Dark Souls, я не могу пройти дальше, пока... Что-то не произойдет. Чё? Не ясно. Здесь вон людеры. А что делать-то? Куда идти? Как открыть дверь? Бабуль! Может, ты подскажешь? Подозрительные чуваки. Пацан, там дверь закрыта. Танэнараши га накереба, мориякуно цуто Хирата ва шима. Все, конец. Дверь есть какая? Нет, вряд ли есть места, которые надо типа сломать, чтобы они заработали. Может, надо заюзать семечко перед? Вряд ли. Посмотрим по сторонам, может, рычаги какие есть. Закрыто. Все. ГГ. Я не знаю, куда дальше. Придется... Ну, точнее, я знаю, куда дальше, просто не сюда. Как бы этого чувака мы подрали. Помните, где мы дрались с первым Яри Самураем? Мы же пошли в сторону, как бы. Так, главный поместье Хирата, главный зал Хирата. Бамбуковая роща на склоне меня интересует. Вот этой бамбуковой роща на склоне мы должны пройти дальше. Скорее всего, что-то да получится. Я вот подумал, может, FromSoft отрабатывают новые механики для Bloodborne 2? Понятия не имею. Но это правильно, игру менять. Ага, здесь у нас... Собственно, естественно. Это дамба... Ну, не дамба, это я даже не знаю. Здесь
Странно. Да чтоб тебе пусто было, чувак, получи. Серьезно, он меня зарубил нахер. И смерть, конечно, умираю. Саша Семечка в инвентаре. А что? Запомнил всегда три типа атаки. А, тогда это понятно, очевидно. Подсекающий, ее надо перепрыгивать. А... переключим, чтобы, не дай бог, не залутать. Это была атака фронтальная, которая... Кто это меня увидел? О, лукари, охренеть. Еще какие-то чуваки. Что, простите? Чего так плохо-то? Да, Ровченко. Вот, еще. Лола, и вправду. Куда вы будете, правда, не очень понятно. Ты мне не интересен, ты мне интересен. Иди сюда. Там кто? Он башибузу какое-то масло. Как бы намекает. Как бы намекает. Давайте-ка возьмем масло в руки. А какая разница, у меня этих нету. Ну здорово. Там еще со щитовиками. Так. Ого. Это говно, по-моему, лучше не блокировать даже. Давай уже, умри. Подожди, а почему ты не умер, братан? Я же тебе пронес. Так, умираем. Что за бейсболист подозрительный? Какого хера? Какого хера? Унанда курева.
Странно, что эти чуваки теперь сагрились. Даже не знаю, что ему сказать. А нет, что-то увидели меня. Сейчас в меня попадут уже чем-нибудь. Давайте, может быть, в водичку как-нибудь. Уплывем куда-нибудь. Здесь есть где-нибудь какой-нибудь зацеп? Не кажется ли, кто-то в воду упал? Да, реально, мне даже опыт за него дали. Луль. С таким звуком. Так, хорошо. Так, хорошо. Я хотел попробовать именно огонь по этому чуваку. Сюда. Иди сюда. Бейсболист поганый. Ой, там лукарь. С лукарями дела стоят неважно. Это я рано. Ух, ни хрена я. По-моему, я попасть должен был. Та штука не нанесла ничего. Думаешь, если у него жопка масляная, он будет хорошо гореть? Нет. Как оказалось, нет. Я рассчитывал на это комбо и... как бы пошел вон. Мечники меня бесят. Я не знаю как, но... Что? Давай, давай, анимацию дофигач. Да шарик поюзать. Сюда. Жоплин, жопка масляная. О-о-о. Даже не знаю, как с ним драться. Yeah.
забавно. Ух, как эпично. Ух, ни хрена. Так, ладно, на самом деле просто приоритет будет сейчас сюрикены. Вот и все, а теперь можно и с топором. Тут надо попадать топором. Так лучше. Пепел. Пепе? Так, определенно вообще богатство нашел, куда тратить деньги. Не, нет, не нашел. Так он мне просто они копятся, они уже дальше, чем 5, не складируются. И подумал, почему бы нет. Ох! Блин, это не Батосли? Чтивы. Да. Умое ко. В какву тут-то? Кону вашему уйта моно да. Те ате ва йой. Кону кизу де ва. Мухая таскарану. Суре йори окамью. Коре о. Ключ от потайного храма. Собственно, ключ, за которым мы сюда и шли. がけずに進み、レーンから回り込め、さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ。 命を賭してお守りするのじゃ。 Минус Батос. Понятно. Собственно, мы уже там были, поэтому нам в некотором смысле проще. Просто добираемся до этой. Кстати... Оу, подожди. Ой. Чё-то я не прыгнул. Ой, фулл дамаг получил. А, это он, собственно, меня... Он меня, собственно, прогнал сюда. Ну, мне там... Как бы я там был, поэтому мне ничего особо не надо. Опять, блин, сейчас получу фулл дамаг. Что, прости? Меня какая-то пиранья жрет. Стопэ! What the fuck? Вон она.
Вон они, подлые пираньи. Мне надо туда. Они меня не сожрут, нет? Какие неприятные личности. В принципе, не очень хочется драться, поэтому я просто пройду мимо. Хотя тут так мало. Сойдет. Правда, у меня... только одна стрекощёлка. Не знаю, хорошая ли тема туда идти с одной, блин, штукой. Так. Ну теперь хотя, скорее всего, блин, его называют Морок. Наверное, блин, босс будет реально. Нужно ключ от потайного храма. Да, это похоже прям на босса. Блин, то есть то, что было до этого, это были не боссы, это были жирные мобы. お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。 Сейчас меня будут овнить. У меня, правда, только одна семечка. Как я буду без семечки справляться? Сате, Яроко, Сенаредонно. Сейчас меня бабушка будет лупить. Жизнь и концентрация. Ядрёна бомба. Чем ниже запас жизни, тем медленнее восстанавливается концентрация, и тем краснее шкала концентрации. В бою с врагами, у которых она восстанавливается слишком быстро, полезны снижающие запас жизни приемы и по контратак с уклонениями. Б. Уклониться отходом. РБ. После уклонения отходом атаковать. В смысле, я... О, чудо. Но не Дрёна бомба. Кидает. Есть колонны, которые, в принципе, помогают выживать. Что трескулька дает? И бабуля, а как ты так двигаешься? Мне страшно. Да ёпарсы ты. Так.
Это что такое? Я... Мне непонятно, почему бабуля себя так ведет. Минус, кстати, весь опыт. Ну да, здесь я все и потеряю. Ну хотя бы перед боссом сразу. И вообще чихать. И вообще чихать. Как же ее ввалить? Как же тебя вываливать, подруга? А чё мне семечко даст? Просто что с камерой-то? Ага. Еще на какую-то нить наступает. Отпиваться. В принципе, что-то наносим. Я не очень понимаю, как. Так, это надо было. Блин, вот тут вот надо была такая ситуация, что, ну, короче, видите, замах вниз, значит сейчас надо прыгать. Давайте попробуем все-таки ЛБРБ, атака в рывке. О, ничего себе. Было. Очень понятно. Так, щелкающая семечко. Попробуем заюзать. Великое счастье, что здесь рядом с пул босса. Блин, куда ж ты залосался-то? Так надо было прыгать. Фак! Блин, как быстро надо КТ-ешить. Она регенит. Я не знаю, ей, короче...
почему ты лоснул? Бабуля, отстань. Она мои блоки уже пробила раньше, чем я ее. Невидимая помощь опять пропнула. Я не знаю. Именно в дадже. Да, только в дадже могу нанести ей какой-то урон. Мне, в принципе, надо просто тогда, я не знаю. Что-то нанес. Короче, только так. Я не знаю, у меня другого... Другого... Ёпарс, это что за фигня? Давай, иди сюда. Клавомыш или геймпад? Геймпад. Не уходи от нее, наседай в мили, ведь не можешь ее дамажить рейнджи, а она тебя да. На самом деле, наоборот, мне надо просто, чтобы она делала определенные атаки. А я ее в мили вообще не дамажу. Если ты обратишь внимание, ей вообще чихать. Да какого ж черта? Она может... Надо было прыгать. Блин, я не успеваю на эту штуку реагировать. Я не успеваю на эту штуку с прыжком реагировать. Серкин сбивает ей прыжковую атаку. Мне не нужно сбивать ей прыжковую атаку. Ее прыжковая атака — это самое прекрасное, что она делает. Я в прыжковой атаке могу... Я после прыжковой атаки наношу ей стабильно урон. А еще у нее... Подождите, а у нее одна точка, это говорит о том, что ее один раз убить надо? Зарегенила. Ну, само собой. Кстати, по поводу сюрикена, который... Ага.
Интересно, если... Надо бы, наверное, похилиться. Ёпарасатая бабуля. Так. Скорее всего, этот... Короче, чтобы... Скорее всего, я каким-то макаром могу дизармнуть ее нити. Если смогу... Этим гороха сюда много принести, но горох у меня один. В принципе, об этом я и говорю. В принципе, только так я ей урона наношу. Классно. Тут это можно было законтрить и ударить контратаку. Блин, подождите. Ну подождите, ее два раза убить надо. Ее, вот у нее одна красная точка. Это получается, что ее. Ну да, да, первый раз, когда ее. Первый раз, когда ее пробью. А, ну подожди, да, если я ее. Если ее замучаю, то. У нее две стадии. У нее еще и две стадии. Ёпарсота. Попала? Чиме. Ох, чиме. Ох, чиме. Ох, щиме, ребята, щиме. На тебе. В смысле, я же доджнул? Это ваншот, кстати. Окей. Поместье Хирата. Блин, я же жал. Как же она дамажит.
Да ёпрасоте, даже эту штуку не задоджил. Ох ты ж, ёжик, как же жёстко. Шкала падает, кидай сюрикен и фриз скалу. Шкалу. Угу. Кстати, это разумная тема. Согласен, да, действительно, я что-то как-то об этом не думал. Надо свою шкалу опускать и ее шкалу набивать. Да, действительно. Рыба почаще, рыба почаще. Согласен. Хорошая тема. Что тут такая ситуация, что она блокирует лучше, чем я. О, хорошо. Ну, что-то получается, конечно, но вообще тяжело. Говорят, это вроде опциональный босс, у тебя есть куда идти в первые локи. Давайте так, давайте дадим ей, я не знаю, 10 троев, посмотрим на динамику. Я вижу, что босс очень жесткий и что там что-то все слишком хитро, потому что... все указывает, пацаны в чатике говорят, да и все указывает на то, что я это лишь первая фаза, потому что у нее там одна точка. Блин, прыжок не нажал, черт. Прыжок не нажал, я ни разу еще не сделал прыжковой паре. Я ни разу за игру, за все время не сделал прыжковой паре. Ни разу за игру. Что, попало? О, кстати, не ваншот, приятно. Кажется, я не дамагом надо. Я дамагом как бы просто охренею проносить. Да как так-то? Я же жал, даже анимация пошла. А. Чемота. Так, ладно, я сейчас. Жестко, как так? Так. Шурюкин. Можно? Так, пацаны, пацаны, тек. Я чуть час.
Так. 10 травов кончились, пошли отсюда. Не, 10 травов с того момента, как я сказал. Но она, конечно, да, у меня сила атаки пока один, там, видно, что она какая-то... Мы же свернули с основного пути, чтобы пойти сюда. Бабуля! На тебе тычку. Тычку получай. Ай, не перепрыгнул. Короче, слушайте, а по-моему, ее можно даже заспамливать. Слушайте, а давайте попробуем, знаете что? У нас же есть атака, которая типа... Которая типа сокращает дистанцию. Нас же там блокирует. Нас же там блокирует вовсю. То есть там можно, если... отпрыгивает. Да, она, конечно... Госпожа бабочка раздает. Блин, да подожди. Как ты сейчас-то попала? Как больно так. Ой, не подпрыгнул. Черт! Черт, 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 черт. Кикос. Так. Так, хорошо. Ага. Да как ты попала-то, грёбаная ж ты бабуля неприятная. Все, да? Нет, не все. Если она попадает своим доджем. Неприятнейшим. То жопа. Бабуля, бабуля, бабуля. Ай, прыжок. Ой. Это что было? Это... Не, ну я нет, я не должен. Чтобы рыжая полоса скинулась. А то она... Она блокировала, просто обосрался. Вау, как она медленно скидывается. Как она быстро должна скинуться. Твою мать, камера, что с тобой? Камера, что с тобой? Прекрати.
даже опять не прыгнул. Чем меньше у тебя здоровья, тем медленнее скидывается. Ага, я типа пробит в говно, поэтому... Поэтому такая жопа. Как же жестко, как же тяжело. Бабуля, 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 как же к тебе найти подход? Когда же я подпрыгну? Просто когда же я подпрыгну, ребята? И спрятался. Ладно, давайте-ка, ребят, попозже. Давайте, ребят, попозже. Я прям чувствую, как она меня увнет. А еще вторая фаза, которую я даже не видел. И на которую мне нужен горох, которого типа мне посоветовали взять горох, на которого у меня нету. Нахер. Нахер. Дорога в замок, ребята. Ты можешь сбивать ей прыжки, Нубас. Прыжки — это замечательная атака. Я еще раз повторю. Когда она делает дайв, это самое то, что мне нужно. Потому что я делаю додж, и впоследствии наношу ей урон. Так что мне не надо сбивать ей никакие прыжки. Мне вообще ей нихера не надо сбивать. Мне у нее замес с ней строится совершенно не по принципу. Где там эти трое? Не здесь, нигде. Это здесь, кстати. Упс. Поскользнулся. Что-то не очень хорошо получается, по-моему. Блинский. Не кажется ли... Не кажется ли у этого чувака просто не набирается желтуха? Я типа не вовремя... Ох ты ж ёжик. Второй уже мечник такой же. Вот это хорошо. Ладно, тут хорошо. Тут мне все равно драже надо будет жрать. Ой, дела мои дерьмово. Эппа. Я тоже мог. Кстати, надо с бабушкой поговорить, сказать, что колокольчик я оттараканил.
бабуль. Да, и тебя. Дюгайко. Понятно. Надо сказать, наверное, Эмме, что типа у нас... Ой. Вака... Сама... О, мама, ли... Сранча... Ой. Танома... Со... Соната ни... Какатте... Ору... Взять образец крови из Макроты. О. Чио Муравзо. Это нужно, чтобы чуваков от драконьего. Образец зараженной крови. Ил! Содержит кровь, пораженную скверной. С его помощью Эмма может создать лекарство от поветрия. Это тоже вроде как драконь, с драконьим поветрием. ここに無理をするな。Так, а у тебя образец зараженной крови можно взять? Мне надо, интересно, прямо сейчас к Эмме оттараканить образец. Ух, ёжик. Привет, я и забыл о том, что ты у нас тут здесь. Здесь есть. Ил. Так давайте не все вместе, ребят. Я за бэкстеп. Я за бэкстеп, причем по всем. Так, этот чувак там внизу, да? Толстенький? Толстенький, вправду. Меня видишь? Нет, не видит. Да ходи, моя, не понимай. Няма? Что? Что, прости? Какая прелесть. Давай тебя лоснем. Я с таким количеством хп без хила тебя не убью. Мне, правда, и так тебя не убить, но... Но это уже полная басрамс. Почему не прокнул бэкстеп? Ну? Ты бэкстеп получишь сегодня? По тебе не может быть бэкстеба? Вообще-то там был бэкстеп. Да что ж ты будешь делать? Я же доджнул в конце, но... О, он прям даже повернулся вот так вот просто вместе с дубиной. Понимать ли?
Ах, бедный я несчастный, как же жестко эта игра меня увнет. И эти патрулляторы. Вон они, лол. Чего халявное воскрешение не используешь? Я не это... Там, короче, все чуваки умирать начинают, они очень... Очень... Грустно. О, они сменили. Первый раз такое вижу. А, нет, сменили. Чуваки, вы что-то сегодня поумнели. Из this... Нанда курева, ребят. Бомбу бы сюда, чтобы всех разорвало. Чё это за херня? Что за херня, реально? Забаговали. Забаговали. Ладно. Что за фигня? Ну-ка. Как так-то, ёпрасто? Потихонечку, помаленечку. Вообще, как бы, эта игра, я не знаю, она такая странная, потому что она точно куда менее прощающая, чем предыдущие, ну, обыкновенные вот эти DS-подобные игры от From Software. Куда менее прощающая с точки зрения получения урона. То есть, как бы... А вот урон здесь получать при этом при всем очень легко. Кто это такой? Это же Даутапок. Дратуй, Даутапок. Дратуй, Тотя. Спасибо. Даутапок стал королем. Отец. Спасибо. Опа-па-па-па-пасики. Спасибо большое, дружище, за... Упс. Спасибо за дресап. Вот тебе профить еще. Туш! И обнимашки. Целлюлитик. Почему целлюлитик не получает бэкстеп? Для меня загадка. Thank you.
Ты пойдешь сегодня, экзекут-то сделается сегодня, когда-нибудь-то. В этой, блин, жизни. Фак! Даже было бы здорово сделать сальтуху назад. Уж не знаю, может быть и здорово. Так, а ее... Ты имеешь в виду, типа... Вот так вот ее использовать? Или что? О, кстати. Что это такое? Шар богатства. Бэкстеп не работает, потому что ты подходишь к нему снизу. Ага. Это важная инфа. Это что за фигня была? А выстрела больше не будет? Походу нет. Я не очень понимаю, почему я, когда блокирую атаки этого чувака, не могу как бы заполнить ему желтую шкалу, но это уже совсем другая история. С этим такой фигни нет. Как дальше с ним? О, что? Я на тут резнусь. Паганини. Черный порох. Это черное вещество, основной ингредиент пороха, используется для химических улучшений протеза, в том числе те, что связаны со взрывами и оккультными техниками. Даже самому простому типу пороха можно найти массу применений. Куль, куль, куля, 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 куля. Так. Так, ну, прыгаем туда, чё. Упс. Шар трофеев. Что это такое за звездочка? Железо. Ископаемое железо, добыто в земле Хасина. Широко используется для базовых улучшений, в том числе для улучшения инструментов в протезе. Что значит треугольничек? Ну, то есть здесь кружочек. Кружочек — это просто потянуться сюда, а треугольничек-то я типа подпрыгну. Будет пружинить, имеется в виду. Ну ладно. Пружинить. Подпружинь меня, большая черепаха. И херли ты подпружинил меня. И чё, и кто так себя ведет, молодой человек? Спасибо тебе большое. Подпружинил моего кока. Здорово, очень приятно с вами иметь дело.
Так, ну тут на самом деле не зацепиться что-то никак. Если я подпрыгну вперед, я успею дотянуться до тут? По-моему, нет. Ай. Блин, а до туда я допрыгну? Блин, мне что-то как-то не очень понятно. Ага. Мне надо вот так вот запрыгнуть, да? Ура! И что, я сюда запрыгнул? А, вот так вот могу. Эваная кульбитмастер. Так, стопэ, там что-то есть. Кузняки и ништяки. Драже. Сразу можно жрать, между прочим. Дверь откроешь? Прижаться. Можно, пожалуйста... Ну, пожалуйста, ты откроешь эту дверь. Спасибо. Жди, драже. Здесь? Нет. Опа, там что-то есть. И там что-то есть. О, а там есть вообще чекпотни. Так, стоп, это что за звуки? Это же знаменитейший супер петух смерти Цюрикена. На тебе. Изи. О, это что такое? Опа, магазин. Наконец-то. Я, оно ее ирайдец, не? Той ночи? Оно ее то, Нанда. А? Данна, обойте нендеска? Нархадо, обойте не это. На, Данна. Ашива Анта не аттакатагаре. Соногурова зукуятте ашта. Сорекара Ашива ротте моноури ажиметандеса. Га, зениганай. Зениганай кара синамонай. Сокоде, Данна. Ашини чито бакаши зенио йодатете итадакиасенка. Сорео мотодени, Данна нимо китто якудацу синео шириасу. それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです？悪い話じゃねえでしょう。Купить информацию за 50 цен. Берем. Давайте так и быть. Плачу на 50 цен. Цен не то. Данна, ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの世、あっしらは。平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、アシナの分家。ちんけな野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ、奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは、旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。очень странная фигня。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ、旦那。お代さえいただけりゃ。他にも知りたいことをお教えできるかもしれません。ぜひ情報を買ってください。купить информацию 120 цен. Заплатить 100 цен за информацию. Да, 100 цен это ничто.
情報を買おう。お買い上げありがとうございます。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。Заметка про огненный ствол. Потертая записка от Анаяма. Кажется, ее написали несколько лет назад. Ценная информация номер 36. Вломившись в поместье Хирата, мы нашли оружие, что плюется огнем. Парни зажгли им огромный костер, у которого веселились и пили. Видимо, это оружие Синоби. Как это та пушка, которая... Моттейру. А? Соре нараба. Моттейру. О, сойца занне. Синоби ненде, койцу омаке де саши аге яшо. Масло. Банка с обыкновенным маслом. Разбив банку, вы разбрызгаете масло всех окружающих. Спасибо большое за сотку, я купил масло только что. Легче загорается, получает дополнительный уровень жизни, а то становится более зимой к статусу огонь. Шикарно. Спасибо большое. Здорово. И чё? Могу ещё купить? Итадайта дзенио мотоде ни сина о сиирете киясе. Данна, таношими ни штейте кудасе. Да... Что-то как-то непонятно. Пробудить видение. これも平田のものだ。弔ってやらねば。クロウ様、エマド、平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。留飲を狙う者はタエム、平田の者たちを私が巻き込んでしまった。Тут еще и видение. Все колбасирует и колбасирует. Я бы хотел вот на ту крышу на самом деле, потому что там можно да, собственно, у идола помедитировать. Найден идол резчика. Давайте переместимся к Эмме и дадим ей штуку, которая, надеюсь, поможет резнуть деда. Деда жалко, блин. Люблю деда как вот родного. Эмма. Онушито. Хай. Онушито Кроу-сама но мабороши о мита. Мабороши. А. クロウ様は今はどこにいる？アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが城の門は閉じられています。そうか。狼殿、よく参られました。手に入れた血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だが、небольшое загрязнение, да там ужас просто полный。足りるか。おそらくはこれで流骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。Так, семечка тыквы, я не, у меня нет семян тыквы. Сэм больше говорить нам не о чем с Эммой. Я хотел еще... У меня, по-моему, был какой-то чертеж новый, нет? Был или нет? Деду спать повине. Нанчи. Нет. Мне казалось, я что-то нарыл. Тема, я слишком наркоман.
Рядом с разрушенным храмом вы найдете воина по имени Ханбэй Бессмертный. Он... Да, его, типа, можно прям все время с ним меситься, чтобы очень хорошо меситься в дальнейшем с остальными мобами. Другое дело, что Ханбэй на самом деле выглядит как полный олень. И как бы меситься с ним, по-моему, никакой пользы не приносит. Этих чуваков можно подслушать. Давайте подслушаем. Если у нас что-то есть. А, нет, здесь мы могли просто проползти, если вдруг я. Акао-ниме, сибару даке дева фуан жа ну. Икса но май ни варара га усаварете ва шоумо най ва. Иза то нарева хи о цкау шика ару май. Акаме ва хи о усорэру. Красноглазый черт боится огня. Красноглазый черт боится огня, и этот чувак рассказал нам тоже про огонь. Судя по всему, впереди меня ждет босс. Как-то завязанный на... Да как так-то? Драже. Или босс, или моб. Не факт. Какой-то слабый яревой. Вот он, красноглазый черт, которого, собственно, сейчас... Можно спулить. Давай-ка мы возьмем. Масло. Атаки захватом нельзя отразить. Если вас хватили серьезного урона, уже не избежать. От вражеских атак захвата можно пленить отходом. Даже от самой мощной атаки не будет толку, если враг промахнется. Огреб, конечно. А здесь проще даже умереть. Маселку. Будешь нападать-то? Чувак, давай спиной встану. О, сработало.
лампа, я мог бы. Интересно. О, интересно, надо будет обратить на это внимание. Ой, там еще один Яребой. Яребоя по приоритету. Как тут пролезть можешь? Может. Что произошло, не знаю, но что-то произошло так, что я вышел. Я не знаю, что произошло, но... Так. Нет. Ой, нехорошо. Да как так-то? Да как так-то? Ладно. Мам, блин, у тебя на мне тебя масла уже больше нет. Да как это возможно-то, блин? Ах, ты ж грёбаная ты неприятность неприятная. Блинский магнитофон. Да как это возможно-то, твою мать? Давай! Хватит. Хватит, в смысле, как это, как... Каков толк, братан? Когда ты ходил на кендо, а твой друг на вольную борьбу? Парись-то. Oh.
Мне, чтобы его наказать за захват. Ой-ой-ой. Надо было... А, надо назад. Чисто назад надо откат. Уклоняться. Все, я понял. Он много объясняет. Ну, давай. Так, не надо было. Собака. Как так-то? Это что за фигня? Отвали, пожалуйста. Ну. Упс. Как его, правда, забороть дальше, я не очень представляю. Даже собака ты собачная. Давай атаку. Ой-ой-ой-ой-ой, огреб лишнего. Давай. Ой-ой-ой, огреб лишнего. А, смерть, 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 смерть. Блин. Ну, в принципе, мы делаем ровно то, что должны делать. Ну, конечно, тот факт, что здесь этих всяких хреновин, которые надо жамкать, тоже очень много, очень неприятен. Странно, я тебя поджечь должен. Но не совсем, чтобы получилось. Упси дейзи, валим, тазы валят. Воу-воу-воу.
Да как так-то? Я же жал! Собака ты! Еще и Яребой бежит. Сволочь красная. Ну да, тут его теперь с Яребоем надо будет. Короче, подраться. Между прочим, на Б я нажал, чтобы Яри законтрить при помощи этого апгрейженного парирования. Фу, блин. Очень неприятные игры все. Вот эти все игры, когда ты жмешь, блин, а у тебя не жмется, очень раздражают. Очень раздражают. Просто бесят, сука. Да какого ж хера-то ты это делаешь, что упырь, где же жал? Ну ёпараса ты! И этого я должен был законтрить. Так, масло он просто боится. Ну, давай атаку. Попал? Опять попал? Попал. До свидания. Нет, давайте умирать. Собака ты. Разумнее первый шарик ему стал сам снять, после того, как завалишь его парней. Подожди, как это ты можешь... Как-то он же начинает реагировать. Он же начинает реагировать раньше, чем... Как ты тут на стелс это подберешься? Вообще без вариков. Вот, видишь, начинает замечать. Собственно, и здесь то же самое. Так что нет. Это еще что за фигня? А, это не вопрос. Сейчас я ему фазу сделаю. Стоп, я фазу ему не сделал. Поторопился. Кап, смотри локацию, подумай тактику, надо быть его направлен, можно все проще сделать. А, я понял, надо, короче, сверху слева оказаться. Ах вы подсказчики неприятные. Блин, теперь я хочу слева сверху оказаться. Или нет, или не сверху слева. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, как скажете, сейчас это попробую тактику. Да в смысле, я его... Вы понимаете, я как бы мне не впадло его завалить два раза. Ну, ей-богу, но он никакой. Он никакой, мне просто мешает хрен пойми что. Отвали, пожалуйста. А где этот?
О, смотрите. Интересно, где-то здесь можно залезть? Нет, не вижу, нельзя, по-моему, залезть. О, ничего себе, что это такое? Монетка одна? Давайте осмотрим локацию. Посмотрим. Подожди, а тут что у нас? На дерево можем казаться? Что, а что у нас на дереве будет? И чё я сюда припёрся? Чё, здесь здорово, что ли? О, я знаю, что можно сделать. Ребят, подождите, я придумал обуз. Сейчас я хочу попробовать просто это сделать. Если получится, хорошо, не получится. Смотрите. Смотрите. Его... Черт, не получилось. Блин, это будет очень круто, если у меня получится. Давай. Не получится, по-моему. Да, не получится. Вот! Смотрите! Нет! Я сделал! О, нихера, подожди, стоп! А почему ты... Почему мы... А, ну ладно. Ух, нихрена, я греб. Я хочу убивать его в лоб. Блин, не попал. Попал, что ли? Попал. Увы. Ну давай, сейчас обосрусь один раз. И все. Ой, я обосрался. Я обосрался разок. Я обосрался, ладно. Блин, нет, ну вы видели, это вообще-то было круто. Когда я его тяну вперед, он делает обычно падение вперед. Это почти сработало. А у этого циклопа я хочу пробивать в помощь. В лоб. Крепость, не тупость. Упс. Так надо яре. Вот так вот убивать его надо. Видали? Кто босс? Забыл про сделать.
Да ёпарацетэ, Саша. Блин, с кем магнитофон, что ж я творю? Ёпарацетэ, ёпарацетэ, Саша, ну как такие глупости-то? Ладно. Я на каком-то... Это моб, не моб. Это самый простой моб, что у нас здесь был. Самый простой. Я бухающего деда пронес. Он куда в разы сложнее, чем это говно. Этот моб даже вообще не моб, лол. Я уже даже копейщика контрю. Хотя, казалось бы, как... Да как так-то, ёпрасы-то? Ну, пока. Почему? Нет, ну... Ребят, я не знаю. Не, мне надо тренироваться. Я понимаю, что это жопа раковая, но мне надо тренироваться. Но я не делаю простейших вещей. Просто простейших. У тебя загорается красная хрень, ты делаешь додж назад. Я вроде жму додж назад, но у меня додж назад не прокает. Я не знаю почему. Мне надо понять, мне надо на полном серьезе сидеть, лососать тунца, чтобы понять, что не так. Конечно, можно пытаться все время как бы, скажем так, софткорить. Типа вот проходить вот так вот. Ладно, это как-то у меня... Кажется, он не горит. Че не горишь-то, дружище? Прыгни, пожалуйста, отсюда. Какого черта? Как я это огреб? Лол! Как, Саша, да как же? Твою мать, как? Как, я не понимаю, у него делают пинки, доджи назад идут, а они то работают, то не работают. Может, их блокировать лучше? Наверное, все атаки, которые нехватательные, надо блокировать. Да ёпрасоте, сдохнешь ты сегодня или как? Вот почему это не получилось?
О, попил? Да, пой заодно и поешь. Ай, дебилушка. Не. Потому что я доджу. Не-не-не, потому что я доджу, вот в чем проблема. Его атаки, вот эти, которые с ногой и вот этим говном, они, короче, просто надо блокировать их, все. Я сосредоточен на том, чтобы доджнуть, я сосредоточен на том, чтобы доджнуть его штуку и просто не блокирую то, что должен блокировать. Хотя нет, нифига. Нет, нет, все правильно я делал, что доджил. Они не доджи, они не блокируются. Но они не блокируются. Подождите, все правильно я, получается, делал. Просто лучше надо делать. Все то же самое, только лучше. Значит, нужно понимать, когда именно надо доджить. Типа, я когда начинаю просто лупить этим... ЛКМом? Слишком... прошла. Да, просто надо по три атаки было делать кол. Все, она так окончилась. Плохо. Ладно, это просто была анимационная такая ошибка, скажем так. О-о-о-о-о-о-о-о! Охереть! Это просто... Я ж немножко охерел. Ладно, хорошо. Я хотя бы спокойнее теперь дерусь с этим чуваком. О май факин гад. Какая гадость вообще, боже ж ты мой. Этого чувака, наверное, все-таки постараюсь обойти. Да как так-то? Это ошибка, это моя ошибка, это я сам неправильно сыграл. Все.
промахнулся мимо. Окей. Ну ладно. Ой. Не проатаковал, когда должен был. Да как так-то? О боже, вторую атаку не сделал. О боже, о боже, о боже, о боже, о боже, о боже. О боже мой. О боже мой, какая глупость, какая борода. Он такой... О, ладно, нет, нормально, все. Зато теперь стабильно получается делать хорошие вещи. Ну как стабильно? Проблема в этой игре в том, что когда ты нафейливаешь с хорошими вещами, ты, можно сказать, нахер идешь сразу автоматически. Это очень большая, я не знаю, проблема так-то. Кстати, вот по поводу бэкстеба мне вот интересно. Его вообще реально сделать здесь? Реально сделать бэкстеб? Это кто, масло кончилось? Вау, у меня укончилось масло на этом боссе. Теперь мне убивать по-другому. Отлично, спасибо. У меня кончилось масло, гг. То говнилово, которое мне все время было не нужно, у меня кончилось на этом чуваке. О, и я попался. Вообще-то все стало резко хуже. Теперь он просто тяжелее. Теперь их уже двое. С Дрим Секира или отсылок русской классики? Да, Хапа разлил все масло. А еще, честно говоря... Так, как мне бэкстебнуть его? Может быть, я могу его как-то... Блин, неужели его реально нельзя бэкстебнуть? Это уже быть не может.
А, кстати, надо просто огнем атаковать. Но пугает. Масла, конечно, у меня нет, но... Бусина отчеток. Теперь у меня 4. Лекарство синови, изучение навыков. Лекарство синови, первый пассивный навык, усиливающий эффект лечебных предметов. Чтобы выжить, синови должен сгореть медицинский. Невозможно сражаться, не получая раны. Изучить технику можно лишь после многочисленных ранений в боях с сильным противником. О! Лекарство синови, я что-то какой-то талант типа получил. Нашел. Да, это, конечно, стыд. На таком говная мобе столько времени трак отсидеть, это просто луль. Труба полуночника. Бамбуковая трубка, через которую можно разглядеть отдаленные объекты. У синоби и так хорошее зрение, но глядя через такую трубку одним глазом, синоби может видеть еще дальше. Полуночники и ниндзя, охраняющие крыши замка Осина. Зорко следят оттуда за неприятелем. Мало что ускользает от их взора. Окей. Семечко тыквы. О, плюс это. Плюс хил. Глиняный осколок. Такие не открываются с этой стороны. Пойдемте позыркаем, что у нас еще здесь бывает. Здесь есть еще что-то? Там как-то опрыгать, оббегать можно? Да. Не видь меня, подумай. Там еще кто-то есть? О, какой-то тоже еще босс. Кажется, сзади орут. Опа, там тревожная кнопка, кажется. Ага, успел скрыться. Ух, нихера. О, пришел жирный, да? Это жирный? Нет, не жирный, это просто моб. О, красавчики. Пари. Не вижу, ёпрасете. Атакуй! Так, не хочу с тобой драться. Пошел вон. Он меня сейчас... А, не, нормально. Бега с лекарством. Так, во-первых, начнем с того, что... Этого чувака мы хотим залосать. Он ушел? Не, он бегает где-то. Так, хорошо. Инвизок. Инвизец, ребята, сейф.
Военачальник. Вы реально военачальник. Пошли с тобой в узком проходе подеремся, потому что... Так, ну готовься, там у него точно целый набор говна. Ух, нихера. Эй, не понял, братан, а ты будешь додержать? Ладно, слушай, смотри. Будет? Что за дела вообще? В смысле, я жижал. Какого хрена вообще? Что это за фигня вообще? Так, хорошо. Что у нас тут? Один скилл. С одним скиллом я могу... Нахер пойти. Ты резайся, запарил. Могу я резаться? Если я резаюсь, кто-то умирает. Нельзя так. Маттеймашта. Давай, тыкву держи. Хай. Кай уэмашта. Рюгай но минамото. Сорева. Чи но йодоми дес. Нани уэ чи га йодому? Аната ва. Татое кайсэй но чикара га цуките ита то штемо. Изуре йомигаэтте имасу. Кавари но чикара о. Видите, нельзя. Надо умирать. Осаракуа. Рюгай ни натта моно ва. Хито га хито тоште икиру таме но атаримай но чикара о убаварете имасу. Юэ ни чи га йодому но дешо. Доу ятте наосу? Убатта моно о каэсе ба ии. Коре о укетотте кудасай. Божественная капля крови. Редчайший предмет, оставленный одним из божественных наследников. С помощью этой капли можно немного повысить свою способность к воскрешению, либо, если у вас есть амулет исцеления, вернуть жизненную силу тем, кто был ее лишен. В этом случае каплю нужно поднести долю резчика. Все больные драконьим поветрием, исцеляться и кашля больше не будет. Амулет исцеления. Амулет исцеления драконьего поветрия, созданный Эммой. Этот амулет позволяет вылечить всех, кто болен поветрием, пожертвовав выдала резчику божественную каплю крови. В амулете содержится кровь жертвы поветрия. Эмма очистила ее и превратила в камень. Подожди, это же плохо. Обладая амулетом исцеления, можно вылечить всех больных драконьим поветрием с помощью доларейщика. Вы сможете исцелить всех, кто заражен драконьим поветрием, потратив божественную каплю крови. Это уберет все знаки на поветрие, и ваши шансы на получение невидимой помощи станут прежними. Ага, но это работает один раз. Как только я продолжу делать то, что делаю. О, Камидоно. Йоку майрареました. Семечка тыквы на. Нет семян тыквы. Дева. Так, теперь мне надо у этой штуки. Так, надо сейчас лечить от поветрия. Меню дела речь, где открыто меню лечения драконья поветрия. Потратить божественную каплю крови, вы сможете улучшить всех, кто болен драконьим поветрием. Ну блин, на самом деле справедливости ради невыносливости. Первые молитвенные четки, нанизанные на нитку, поднесенные дулу речку бусин, повышает максимум жизни и концентрации. Четки такие бусины популярны среди могучих воинов. Ярость и воинов Азина известна по всей Японии, особенно ославленные их военачальники. Все до последнего мастера стиля меча Асина. Первым я в жарнее. Вы стали выносливы, запас концентрации увеличен. Наше улучшение выносливости. Так, Саша, это что за решение последнего заболевания? Это за то, что ты умираешь и начинаешь болеть. Да? Болеет только после окончательности. Посос. Я, получается, все наоборот делал? Хм. Я плохой герой. Ладно. Тогда буду резаться. Кто там умирает-то? 12% невидимая помощь. Можно... Как часто этих подавляю... Ну, как я буду с этих... Слезы восстанавливать. Жизнь 11, сила атаки 1. Надо с этим чуваком еще подраться. Так. Попозже, наверное, этим займусь. Так, переместиться.
Просто вкачай вертушку назад. Я не то чичи, чтобы... Я очень бы хотел, но... Так, надо аккуратненько. Давай, иди сюда. Богдан? Ух. Ух. Там еще и генерал приехал. Не, генерал был. Пошли вон, чуваки. Как будешь? Ой, ее парсета. Генерал вот свалил. Нихера! Ёпрасота! Ой, не то. Ты лоснишься, друг? Кажется, он не лосается. Он еще через текстуры бьет. А если я ударю через текстуры? Я получу, он нет, я понял. Слушай, генерал, давай ты... Ой! Это что такое? Так, чувак, ты будешь долго за мной бегать? О! Что, ты вернулся? Да, вон он. Поганый кенсей. Так. Ну, у меня целое плато для драки с ним. Гакан. Где мои другие идолы? Их они все кончились, типа? Да, их больше.
Ах ты ж собака. Ой. Мне надо, чтобы он... Мне надо бэкстебами. Сука ты, сука! Не то надо было прыжок сделать. Это тоже был прыжок, только с другой стороны. Охренеть, у него разный мувсет. Может лоснуть его? Давайте лоснем, ребят. Я, ну, смех смехом, а... Смех смехом, а два раза его пробивать я сейчас охренею. Я его справедливости ради один раз-то не пробью. Ты как-то рубит. Я сделал джамп додж. Восьмой час игры. Капитан сделал джамп додж. Кто красавчик? Капитан красавчик. Воу, нара-нара-най. Просто крас... Да есть же. Просто я пошел соеваться. Enough of this shit for today. Хотя ладно. Нинов. Просто кайфец. Я маме позвонил, сказал, что хапа сделает джамп додж. Правильно. Не забудьте сегодня тортик купить к чаю вечером, ведь это праздник. Так, а что у нас там? О, идол как раз таки. Давайте-ка, прежде чем дойдем до того идола. Здесь есть еще проход туда. Объявление. Вернитесь, если вам дорога жизнь, нельзя обезглавить без головы. Наши мечи и пики не дали результата. Ого, тут еще... Еще как бы... Как бы намекая, что нельзя обезглавить без голового.
Божественные конфетти с благословением, позволяющие изгонять призраков, изготавливаются в ходе специальной церемонии с использованием почитаемых вод первоисточника. Подобно как боги благословляют воды первоисточника, так и эти конфетти благословляют того, кто, на кого они падают, делая призрачных врагов уязвимым к атакам. Ага, понятно, там, короче... From Software... From Software продолжает делать одни и те же игры в разных оболочках. Опять же, чтобы бить призраков, вам надо что-то заюзать. Никогда такого не было. И вот снова. Так, а я смогу просто здесь вот упасть вниз? Мне потому что вниз надо, но, по-моему, я не смогу здесь. Я, по-моему, здесь где рябнусь, прямо пол очень бубосно. Как вы думаете, я здесь дерябнусь, а пол больно? Не дерябнулся. Не, урон от падения есть. Что-то ядовитое. Опа. Надо аккуратно. Эта штука может меня убить. Типа медитируем, отдохнуть. Даже вот так вот, наверное. Изи жаба. Фух, ребятуси, я думаю, это на сегодня все. Да. Мне, кстати, новый навык какой-то дали. Мне говорило, типа, что-то там про... Блин, нифига себе, эти штуки работают. Штуки дорогие, шо пипек. Шо дорогое, шо все, шо, чему все такое дорогое. Так, мемы подвезли по секира. Так, выход из игры. Ой. Мемы по секира? Так, поглядим. Так, нажмите любую кнопку. Нажимаю. Ой, господи, как я сегодня контрапупился. Хорошая игра, хорошая, но сложная. Я бы сказал, что она сильно тяжелее Dark Souls или Bloodborne. Вспоминая Dark Souls или Bloodborne, я скажу, что мне было в них играть просто легче. Просто легче. Мимо по Секира. Да, понятно. Мемы по Секира. Да, как МБПухи нашел, сразу легче. Так в смысле, они там находятся. Крэш сложнее. Может быть, кто знает. Фух, ладно. Я на сегодня все. Да, это было сложно. Это было сложно и жестоко. Но я на сегодня все. И господи, как эти игры тяжелые, это просто кошмар. Ой, просто кошмарище. Большое спасибо, что были сегодня со мной. Сегодня все. Еще. Обнимашки. Лего Приста новая с голым пузиком. Лего Приста новая с голым пузиком. Ну, в этом уже на трансляции по Харстоуну, а то ребята обидятся, что мы все посмотрели. Пека-пека-пека, ребят. Пека-пека-пека. Да, надо не забыть, надо, знаете что, надо не забыть вам рекламку запустить. Что может быть лучше рекламы? Что же.